Добрый день! Я Ганиева Гузель Рафиковна, кандидат технических наук, доцент кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов. Дисциплина контроль и регулирование за разработкой нефтегазовых месторождений относится к основной части профессиональной образовательной программы направления 210401 «Нефтегазовое дело». Магистерская программа «Разработка месторождений трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов». И имеет следующие цели, которые позволяют на всех этапах разработки нефтегазового месторождения контролировать и регулировать все процессы с учетом того, что сама система разработки практически не меняется. Контроль разработки процессов разработки нефтяных и газовых месторождений включает в себя большое количество работ, таких как оценка эффективности применяемой системы разработки, анализ накопления и сбор гидродинамической, геологической и другой информации, наблюдение за выполнением технологических решений. Главная задача контроля процессов разработки месторождений является обработка и определение методов регулирования его разработки. Цель контроля процессов разработки нефтяных месторождений заключается в получении качественных данных геологических, гидродинамических, геофизических и других исследований, которые нужны для принятия эффективных и точных производственных решений, которые могут обеспечить наиболее экономическое выгодное извлечение нефти и природного газа, находящихся в недрах. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. Способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения нефтегазовой отрасли и смежных областях. Способность осуществлять мониторинг и контроль разработки месторождений и эксплуатации скважин. Способность осуществлять комплексный анализ геолого-промысловых данных. В результате изучения дисциплины студент должен знать принципы подбора, планирования и использования новейших методов контроля и регулирования разработки месторождения, принципы обоснования геолого-технологических мероприятий по совершенствованию системы контроля и регулирования разработки месторождения, методы обобщения, комплексирования и анализ информации, методы и мероприятия по контролю разработки нефтяных месторождений, отечественные и зарубежные компьютерные технологии и пакеты программ мониторинга разработки месторождений нефти. Студент должен уметь формулировать и ставить задачи для решения контроля и регулирования разработки месторождения, выявлять геологические факторы, определяющих изменения условий извлечения нефти и газа, использовать в работе современный, передовой, отечественный и зарубежный опыт в области контроля, регулирования разработки месторождения. Студент должен владеть навыками постановки и формулировки задач для нефтегазовой отрасли, навыками анализа взаимовлияния отдельных технологических показателей в процессе контроля и регулирования разработки месторождения, методами проектирования систем мониторинга процесса контроля и регулирования разработки месторождения. Должен демонстрировать способность и готовность определять работающие мощности пласта, производить оценку технологического состояния и технического состояния ствола скважины, использовать материалы коротажа для первичного выделения и контроля за перемещением флюида контактов. В содержание дисциплины входят лекции и практические занятия. В целях лучшего усвоения знаний необходимо выполнять лабораторные работы, практические задания, предусмотренные рабочей программой. В качестве итогового контроля по дисциплине предусмотрен экзамен. Спасибо! Всем желаю удачи при прохождении данного курса!